Привет. Я собрал вот такого вот чудовища, дракона. Лохнессово какое-то там чудовище, которое обитает в море. Он основан на червячной передаче. У него есть хвост, есть лапы. Спереди у него вместо лап колеса, так как я не успел сделать лапы. У него есть вот такая красивая голова и крылья. И смотрите, он как ездит. Жаль, что это самая максимальная передача. Как будто плывет. Но если бы не червячная передача, такой тяжелый дракон не смог бы сдвинуться с места. И такие лапы большие не смогли бы двигаться. А червячная передача рулит?